Я сегодня в гостях у Павла Уханова. Ура! Сегодня, значит, исторический момент. У меня будет новая, наконец-то, гармошка. Вот. Причем с фабрики. Да, новая. И с расширенным диапазоном на 7-25. Чтобы почти как баян был. Открываем. Здорово. Ремни фирмовые, как на заказные гармошки. Широкие. Не замерзну. Паспорт держи. Паспорт на гармонь. До диез. Мне будет си бемоль. И минор. Сама. О, гармошка. О, какая красавица. Круто. Класс. Тульская. Все, теперь надо прицепить ремни и поиграть на ней. Ну-ка давай, еще нет. Класс вообще. Ну-ка. Мне, конечно, учиться еще нужно на гармонии. Я же все-таки тоже вот так как, ну, по слуху как бы играю. Ну, привыкнешь. И да. Практика будет теперь. Ну, как я ощущение прям такое. Да, объясни. Да, когда гармонь 27-25, получается вот два дополнительных звука добавляются сверху. И нота до уже не третья кнопка, а четвертая. Вот отсюда. Вот. Три стандартных хроматизма чуть выше и плюс два. Вот это до диез нотка. Можно ля мажор играть. У нас вот влево ля минор только. А можно теперь вот. Ну, аккорда нет, но зато аккорд мы можем играть здесь. Сейчас спёрнем. Дальше должен быть ля мажор. У нас его здесь нет. Но мы добавляем до диез сюда и получаем. Вот. А дальше нужен си бемоль. Он вот здесь. Когда слева тут нужен соль минор и ля мажор. У нас нет, поэтому мы играем только басы. В принципе, можно даже тут заморочиться и аккорды прям выиграть. Вот. Ну, еще чуть-чуть привыкнуть и вообще. Лайфхак. Так как художественная роспись очень красивая и будет очень обидно, если она со временем сотрется, рекомендую купить лак для ногтей бесцветный. Mm-hmm. Женский лак, ногти как раз. Вот. И аккуратненько там кисточка в комплекте, вот все это вот покрыть, и у вас это на века будет. Вблизи, конечно, вы будете видеть, если вот так вы будете рассматривать. Но вот на расстоянии там полуметра или метра уже вообще никто не заметит. Mm-hmm. Все понятно, вот у меня спасибо. У тебя так все гармонии, да, покрыты? Нет, не все, но, допустим, вот это вот покрыто, но я вот, видишь, поздно заметил. То есть уже кое-что там подстерлось. Угу. А сейчас вот, видишь, ты же не видишь, что оно лаком покрыто. Угу. Вот, или... Но он защищает вот существенно, здесь, да, так? Вот это вот лаком покрыто. Вон, здесь побольше цветочков сохранилось. Угу.
Просто на фабрике не покрывают лаком. Все понятно. Ну, то есть это как бы защищает. Да, да. Все понятно. Ну, она сотрется. Да.